Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. А еще есть что посмотреть на моих прямых трансляциях. И именно сейчас я нахожусь на прямой трансляции, и в пределах прямой трансляции я открыл подарок от одного из зрителей, который мне прислал презентик. А в этом презентике, ребят, ни много ни мало, целых 150 контейнеров на песочные машины. Я безумно хочу достать несколько тачек, которых у меня не хватает. Вот сейчас залетает донат еще параллельно с этим. Минутку, ребят, минутку. Юный 30 мин как-то маловато вот начал челлендж «Кто больше?». Я понял, спасибо большое за продление прямой трансляции. Ну а мы, друзья, продолжаем записывать видео. Целых 150 песочных контейнеров, из которых я хочу забрать себе хотя бы одну машину, которой мне не хватает в коллекции. Безумно хочу «Гризли». Да, мне его не хватает, у меня этой тачки нет, я не проходил обучение, когда регистрировал свой аккаунт, ну и, соответственно, «Гризли» прошел мимо меня. Ну что, поехали, 150 контов впереди, и я уверен, что мы сможем собрать нормальное количество сертификатов. Единственное, что я буду скипать для того, чтобы видео не было, ну, прям сильно долгим. Поехали, ребят. Вы пока подпишитесь на канал для того, чтобы стать полноценным, так сказать, постоянным зрителем моих видео. Обратил внимание, что 96,5 тысяч зрителей смотрят мои видео на плюс-минус постоянной основе и при этом не оформили подписочку. Ребят, не поленитесь, нажмите на подписку, вам она не стоит абсолютно ни гроша, а для меня это возможность развиваться на платформе YouTube. Поэтому, если вам не сложно, прожмите, соответственно, подписочку, а еще нажмите обязательно на колокольчик для того, чтобы не пропускать следующее видео. Реально, стараюсь специально для вас и каждый день радую все новыми и новыми видосами с абсолютно разной тематикой. Ну что, 10 контейнеров в минус, но пока ни одного сертификата в плюс. Сколько же сертификатов получится достать, блин? Есть первый сертификат, это уже хорошо. Дальше, пока ничего нет. Но с такой статистикой, я так понимаю, что где-то приблизительно 10 сертификатов я должен достать из этих 150 контейнеров. Ну, плюс-минус. 10 это, конечно, даже может быть будет сильно жирно, но надеюсь, что так и получится. Ну, давай отсюда что? Ничего, осталось 128 контов. Ребята в чате на прямой трансляции, давайте, держите пальцы крестиком. Вы не зря там находитесь, вы же не просто так мимо проходили. Вы целенаправленно пришли на эту прямую трансляцию. 125. Ну, слушайте, по скорости двигаюсь неплохо, а по выгодности как-то не очень. 25 контов, даже получается 27 контейнеров ушло и только один сертификат. Маловато будет, маловато, хочу больше, хочу большего. Но, родимые, давайте, давайте, где вы сертификаты мои на песочные машины? Ну, бог с ним, если там с этого сертификата будет хотя бы танчик, которого у меня в коллекции нет. Я-то коллекционер двинутый и песочные танки полюбляю выкатывать из ангара. Не люблю, правда, заходить в эти бои, когда это занимает по несколько минут, но в целом в песке люблю пофаниться. И если из этого одного, пускай, сертификата выпадет машина, которой не было, я уже счастлив буду. Но в целом буду считать, что предприятие оказалось крайне невыгодным. Ну, объективно, 150 контов-то все-таки, как ни крути. Так, ничего, ничего, 37 контейнеров. 37 ушло, блин. 38. Ну... Но не гони, блин, реально, что из 40 контейнеров получается только один сертификат, так тогда моя статистика, которую я себе там где-то в голове в своей воспаленной фантазии придумал, она слетает в ноль, получается. Мне не сильно это приятно. Да ну что такое? Сколько можно? Может опять начать скипать? И тогда все получится. Осталось 104 конта. 103. Но мы практически одну треть прошли, и, ребят, что-то, короче, меня это все очень сильно смущает. Грусть тоска меня грызет. Ну где? Где? Еще одно продление прямой трансляции. Еще одно продление. На продлении Генчик, шалом тебе, передай пожалуйста привет Олегу Белецкому от Сани.
Олег Балецкий, передаю тебе пламенный привет не только от Сани, а еще и от себя лично. Огромнейшее тебе приветище, искреннее пожелание всего самого наилучшего, что только может с человеком произойти в жизни. Ну а от себя, как обычно, лично и абсолютно серьезно, от чистого сердца, мира тебе, дружище, обязательно спокойствия. Саня парень крутой, а вообще присоединяйся к нему на прямых трансляциях. Я думаю, вам будет прикольно пообщаться не только в чате между собой, но и с другими ребятами, кто на прямой трансляции находится, а сейчас там более 50 человек наблюдает за тем, как я страдаю с этими контейнерами. Так что, Балецкий, привет тебе огромный. Но есть сертификат. Есть сертификат. Ну, наконец-то. Наконец-то. За 60-то контейнеров два сертификата. Это ж круто, блин. Это ж сертификаты на десятки, глядишь, да, какие-то выпадают? Или на что они падают, эти сертификаты? А, нет, я же забыл, это ж песочные машины. Поэтому шансы выпадения, как на песочные танки 3-4 уровня, а иногда даже и 2, такие же, как выпадение мистического сертификата на всякого рода 7-8-9-10. Ну, у нас все равны, правильно, в игре, ребят. Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях под данным видео, что вы думаете по поводу данного открытия. Насколько оно выгодное? Третий сертификат падает в копилку. 84 контейнера еще впереди. Может, все-таки повезет, и я выйду на то какое-то условное для себя приемлемое значение в 10 сертификатов из 150 контейнеров. А вы, друзья, оставьте свой комментарий со своим мнением по поводу того, а вообще адекватно ли ждать всего лишь или аж целых 10 сертификатов из 150 контов. И не считаете ли вы, что этих сертификатов из 150 контейнеров должно было бы быть немножечко больше? А если считаете, то напишите, сколько вы бы считали адекватным количеством сертификатов из 150 контов. Еще один сертификат, и осталось 77 контейнеров. Ну, я не знаю, наверное, это видео будет каким-то бесконечным, но бросить на полпути, понятное дело, мы не можем. Прошли сейчас ровно половину. Полпути пройдено, немножко сертификатов в хранилище упало, к ним мы вернемся чуть позже, когда закончим. Но, блин, хоть бы голды какой-то сюда еще положили в эти контейнеры, хотя бы там, я не знаю, по каких-то 50 золота или по 20. 5. Ну, коль это песочные машины, то и награды песочные. А так получается, ну, прям совсем скукотища. Ну, давай. Давай, родимый. 69 контейнеров осталось. Я, кстати, знаете, поймал себя сейчас на мысли, что я вообще не помню, чтобы я когда-либо в своей жизни открывал такое количество контейнеров за один раз. Да, пускай песочных контейнеров, но все равно, такого количества контов реально у меня еще никогда не было. Я видел, как другие люди это делали, мне присылали видео, и там были как видео просто такие убивающие психику, так и те, которые были ошеломляющие по своим результатам. Я это, к сожалению, не мог на себя ощутить. Еще один сертификат падает в копилочку. Но благодаря зрителю, благодаря соклановцу, он состоит в одном из моих кланов, у меня их целых 8, есть такая возможность попытаться ощутить, как это бывает. Еще один сертификат, осталось 59 контейнеров. Блин, как же я надеюсь, что в одном из этих сертификатов все-таки будет этот, извиняюсь, милый парень Гризли, которого разработчики готовы абсолютно бесплатно раздавать за прохождение обучения, но не готовы раздать его абсолютно бесплатно тем, кто регистрировался огромное количество лет назад, допустим, как я, 10 лет назад регистрировался в игре. И вот таким, как я, игрокам, которые уже 10 лет с игрой вместе плечом к плечу, не готовы раздать этот танк бесплатно. Почему такая несправедливость? Я не понимаю, серьезно. Ну, вы же все равно ему цены не знаете и не оцениваете его во что-то ценное, раз раздаете его за прохождение обучения при регистрации нового аккаунта. Так почему не раздать тем, кто уже давно в игре? Есть еще один сертификат. Сейчас посмотрим, я уже со счету, честно говоря, сбился, ребят, никуда не записываю, в голове как-то тоже у меня не зацепилась информация в отношении того, сколько сертификатов я уже собрал, но к десятку приближаемся, как я понимаю. Ну, давай, 45... 44, 43. Хочу немножко ускорить этот процесс, потому что, честно говоря, уже руки свербят пойти открывать сами сертификаты. Там-то поинтереснее будет.
37 контейнеров. Дальше. Ну да, сертификат. Давай. Не жлобись, в конце концов. Я делаю это, блин, в 11 часов ночи. Может, было бы неплохо, чтобы меня как-то адреналином немножко подзарядило, а не наоборот утомило до полусмерти и не захотелось пойти где-нибудь на боковую прилечь. 21 контейнер. 20. Ничего, ничего, ребят. Прикиньте, вот один за другим открываешь, и просто галима какая-то сыпется. Я в шоке. Да что ж за... Я прошу прощения за мой чуть не вырвавшийся французский. 7 контов осталось, ребят. 6. Может, перестать скипать, я не знаю. Может, поможет на хотя бы последних 5 контейнерах. Есть! Есть! Надо было не скипать это все дело. Я понял, в чем фишка была. Это песочный контейнер, и если ты очень быстро их открываешь, то сертификат вместе с песком просыпается. А если медленно открывать, то, может, глядишь, повезет. Все, последний контейнер. Последний контейнер, ребят, выходим в хранилище и открываем сертификаты. С последнего конта сертификат забрать не получилось. Так... Уже боюсь предположить, сколько времени потрачено только на открытие самих контейнеров, но в любом случае, спасибо еще раз большое. До десятки не дотянули. 8 сертификатов, ребят. 8. Меня интересует Гризли. Гризли, да, это единственный премиумный танк на всю вот эту вот братью машин, но именно он меня интересует чисто из принципа. Ну что, открываем. Здесь скипать не буду, здесь хочу ощутить максимум кайфа. Локаст. Падает мне первым. Вторая тачка. Но Т-127. Не помню. Не помню. У меня такое количество машин, что я не помню, что есть, чего нет. Этот товарищ у меня тоже точно есть. UC-2 PDR. Дальше. Медиум 2. Есть в коллекции данная редкая машина. Т-46. Да, по-моему, тоже присутствует. О, Т-7-70-57. Вот этой машины, по-моему, у меня не было. А Гризли так и не выпадает. Так, с ПЗ-2G. И Валентайн МК-9. Эта машина у меня точно есть, я ее помню. Когда есть возможность, выкатываю, с удовольствием катаюсь. Ну и давайте теперь выходим из хранилища и посмотрим, что мы получили по голде в виде компенсации за коллекционные машины. И повезло ли мне достать сейчас из 150 контейнеров хотя бы одну тачку, которой у меня не было. А нет, ребят, достаю целых 3 машины. Я просто в офиге. Я достаю себе Т-70-57, которого не было, Т-127 и М-22 Low Cast. 3 тачек не было у меня в коллекции. Все остальное по голде, понятное дело, не блещет. Но, ребят, с учетом того, что я коллекционер, я безумно рад как получению такого подарка, так и получению данных машин абсолютно бесплатно. Друзья мои, если вы хотите ничего в игре не пропускать, если вы хотите быть в курсе всех новостей, видеть все анонсы, абсолютно честное мнение слышать по поводу танков, которые появляются в игре или выходят на продажу, все это и всегда вовремя вы найдете на канале Вот GSN. Осталось только на него подписаться и прожать на колокольчик. А еще поставьте лайк данному видео и не мне. Не мне, а Варвару, который отправил мне этот великолепный подарок. Спасибо вам большое за просмотр. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, от чистого сердца мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет, друзья мои. Очередная прямая трансляция, на которой прилетело еще целых 60 контейнеров. Изначально планировалось видео на 150 контов, и я говорил, что это самое большое количество контейнеров, которые я когда-либо открывал с одного маху, но к ним добавляется еще 60 контейнеров. Выкладывать отдельным видео, понятное дело, нет никакого смысла, поэтому решил, что открытие 100
ну, простите, каких 100? 210 контейнеров. Это гораздо круче, нежели 150. Ну что, переходим в хранилище и давайте попытаем удачи. В целом, с предыдущих, да, сыпалось не очень хорошо. Но мне лично было приятно, что в коллекцию добавились те машины, которых у меня не было. Мне, как коллекционеру, это действительно было очень приятно и интересно. И вот еще 60 контейнеров. Погнали, ребят, посмотрим, сколько сертификатов мы отсюда заберем. Я по контейнерам буду пытаться скипать, для того, чтобы видео не получилось настолько долгим, как предыдущее. Но в то же время, в некоторые моменты, наверное, скипать буду переставать. Есть первый сертификат! Есть первый! Едем дальше. С 8 контов сразу сертификат. Нормально. Плюс свободка вроде немножко выпадает. Бустеры, конечно, меня расстраивают. 2 сертификата. 12 контейнеров. 2 сертификата. Слушайте, иду на рекорд. Реально, по сравнению с предыдущим открытием, по-моему, это гораздо круче. Ну, по крайней мере, в пределах этих 12-15 контов. Ну, давай, третий сертификат за последние 2 конта в этом десятке. Нету ничего. Неужели сглазил? Ну, не хочется. Не хочется, чтобы сглазил. Ну, а где? Где? Алло. Подходим к половине. 32 контейнера. 31. 30. Половину открыли, всего 2 сертификата. Надо было меньше трындеть, по-моему. Пишите в комментариях по поводу того, как вы считаете, стоит комментировать количество выпадающего до того, как ты закончил. Или все-таки лучше попридержать коней и не спугнуть удачу. Ну где? Ну где, блин? 15 осталось, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Так, ладно, попробую не скипать. Так. Открываем еще 5. Я верю. Я верю в удачу, она должна прийти сейчас. Должен быть хотя бы третий сертификатик. Давай третий сертификат. Не жмись. Они ж денег стоят, блин, как настоящие. Но! Ну последний хотя бы дай, блин. Вот ты зараза, из 60 контейнеров только 2 сертификата. Но это мало, рил мало. Это действительно фигня какая-то. Мне кажется, что из мистиков реально эти сертификаты чаще выпадают. Ну ладно, как выпало, так выпало, ребят. Смотрим, что получаем. Мне нужен гризли. Очень нужен гризли. Нет. УЕ-57. А здесь... Т-28. Образец 1940 года. И та, и другая тачка в коллекции у меня были. Теперь главный вопрос, что получилось по золоту. Я не думаю, что сильно много, потому что УЕ там, по-моему, совсем дешманский, если я не ошибаюсь. Так, ну да, Реношка 50 золотом и Т-28 образец 1940 года 100 голды. Не густо. Почему разработчики сделали такие шансы, продолжаю удивляться. Но как есть, так есть. Ребят, вам желаю искренне более качественных, хороших открытий, более выгодных. Ну а самое главное, мира и обязательно спокойствия. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.